В отделе архивной службы Бердска находится 138 фондов различных документов, в том числе материалы на фото- и видеоносителях. К наиболее ценным относятся документы органов власти. Их история в архиве ведется с 1940 года. К самым ранним относятся метрические книги Сретенской церкви села Бердского Томской духовной консистории с 1861 по 1886 год. Одной из главных задач в работе архивного отдела является создание электронных информационных ресурсов на основе имеющихся архивных фондов. Работа по созданию электронного архива началась в 2012 году. В отделе архивной службы имеются профессиональные сканеры Optima 5 и LR, мощность которых позволяет сканировать документы порядка 1500 листов в день. Сканирование документов обеспечивает их сохранность от непредвиденных ситуаций и расширяет возможность доступа исследователей к документам в электронном виде и поиск нужной информации. Историческую ценность в архиве имеет и один кинофильм «Не стареют душой ветераны», снятый в 1984 году писателем Ефимом Медведевым и переданный в архив города. В настоящее время фильм оцифрован и хранится в архиве. Немалую ценность представляет архив и для различных исследователей, которые именно здесь находят информацию для своих научных трудов. Основными исследователями в архиве являются студенты, школьники, средства массовой информации, музей. Все чаще к архивным документам обращаются частные лица, которые разыскивают своих родственников и события, в которых они принимали участие. Архив пополняется различного рода управленческой документацией. Постановлением администрации Бердска утвержден график передачи в архив документов от муниципальных, государственных и федеральных учреждений города, на которые обратил особое внимание глава администрации.